Полицейские изъяли у 28-летнего жителя Белгороднестровского района почти 100 пакетиков с наркотиками. Как выяснилось, партию расфасованного кокаина, солей и метадона мужчина планировал сбыть путем так называемых закладок на улицах Одессы. Доказательством наркопреступной деятельности также стали изъятые во время обыска в арендованном доме задержанного мобильные телефоны с фотофиксацией локации закладок, банковская карта, электронные весы и упаковочный материал. Фігуранту оголосили підозру за частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Тепер за наркозлочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.